Всем здоров, братва, на связи, как всегда я, Малфой. И это 12-я серия пути ютубера на Блэкраше. Ой, пацаны, даже не знаю, как вам рассказать. Походу на сервере завелась крыса. Все вы знаете про мою ТК Малфой, что премии выплачиваются, можно фармить бабки и так далее. Но оказывается, нашелся один умник, который создал ТК точно с таким же названием Малфой. Когда вы подойдете к этому пикапу и устроитесь, не забудьте прописать команду /company и проверить, что владелец ТК именно Димасик Малфой. Просто если владелец будет другой, то огромная вероятность, что премию вам не выдадут и вы будете тупо кормить мошенника. Вот сейчас я почистил немного челиков и теперь у нас 27 свободных мест. Можете устраиваться. Делаем фоточку с братвой, ну и начинаем чинить все фуры. За время, пока меня не было, накапало уже 11 миллионов. И просто мою радость не передать словами. Хотя знаете, можно же приятно сделать пацанам. А ну давайте. Сейчас я слежу за Саньком, и он куда-то едет со своим другом. Александр Донтес за сегодня сделал аж 100 рейтинга. И давайте сыграем в игру. Угадаешь, что выпадет из автокейса, то и получишь. Малфой. Так, он говорит Ford Mustang. Ну как бы вообще правильно Ford? Ну окей, давайте крути. Ай, тьфу ты, блин, выпало нам Camry 3.5. Любви достойна только мать и Camry 3.5. Держи пару косарей на развитие. И надеюсь, ты получишь сегодня нормальную премию. Следующий у нас на очереди жесткий флудер из Фомы. Ну ладно, давай тебя тпшнем. Привет, Малфой, здорово. Так, я смотрю, он уже обрадовался и действуем по старой схеме. Угадаешь, что выпадет из автокейса, то и получишь. Я думаю, что выпадет Audi A4. Так, погоди, если я не ошибаюсь, в призах такой машины, как Audi A4, уже давным-давно нету. Давай Camry, короче, Camry, да-да-да, 3.5. Да тю, братанчик, Camry так Camry, а выпадает нам Subaru. Не знаю, что так челикам не везет, но пока что никто не угадал, что выпадет в автокейсе. Тусуюсь я, значит, возле своего магаза, и тут опася, выбежал с него клиентик. Это еще Малфой фраер, та ты шо? Допустим, тебе сегодня немного повезло. О, да, я этого ждал. Три тачки, я, конечно, понимаю, да, но назвать можно только одну. Говоришь, Kia K5, а выпадает, к сожалению или к счастью, Toyota Supra. Давай, ладно, приму тебя в Фому как подарок. Погоди, стопэ, в смысле лимит членов семьи превышен? Алло! Там же было 3500 слотов. Это что, уже все заняты? Капец! Ладно, пацаны, с вами, конечно, приятно тусить, но мне нужно разобраться с бизнесами. Как говорится, опять 25. Ну как так можно? Доверять Малфою бизнесы нельзя. Ну как вы так продукты хаваете быстро? Я тупо не успеваю их заказывать. И кстати, финка держится в районе 500к, хотя частенько здесь тупо нет продукта. Так, ладно, на моем балансе 300 миллионов. Обойдемся без шуток про тракториста и нужно куда-нибудь их проинвестировать. На аукционе, кстати, как раз есть магазин одежды под номером 5. Спрашиваю я у админов, где он находится, а мне отвечают: РП путем. Вот, блин, приколисты, пошли. Сейчас другие админы мне помогут. Так, все, это одежда в Батырево напротив старой автошколы. Раньше этот бизнес был пушечным, ну потому что по квесту ты сразу же получаешь права. И третий, вот, одеться поприличнее. Ну а самый ближайший магаз одежды вот через дорогу. Не знаю, какая здесь финка, но думаю, хотя бы 100-200 тысяч здесь будет. Ставим 24,5 миллиона, и результаты будут через 2 часика. Ну а пока время идет, я по-быстрому солью все тачки с рулеток. И между прочим, баланс уже 282 миллиона. Ой, братва, для вас как всегда секунда, а для меня ну часа 4 точно прошло. Прописываем /бизнес, далее нажимаем сменить и опася, одежда номер 5. Открываем список наших целей и уверенно за
зачеркиваем магазин одежды. Ну а что по поводу финансовой статистики? Ну иногда 70, иногда 140. Ну короче, нормально. Я думаю, после этого видоса вы же зайдете ко мне в гости и прикупите какой-нибудь скинчик, да? Вот, например, Малфой за 1,5 миллиона. Ну круто же. А, совсем забыл про Малфоев. Давайте кого-нибудь ТПшнем. Будем считать, что Плорону очень сильно повезло. И можешь называть машину. Говорит Мустанг. Ну в принципе он реально часто падает. И давайте посмотрим. Погоди, что? Реально угадал с Мустангом? Это получается первый реальный наш победитель. Только вот я одного понять не могу. Он даже как-то не сильно обрадовался. И говорит, что у него уже есть машина. Ладно, пофигу. Давай 300 кай, расходимся. Татю, ого, ну ладно. Передаем ему 300 тысяч. Это вообще какой-то странный чувак. Мустанг слить в гос стоит больше 1 миллиона. А он сам назвал 300к. Ну блин, хозяин барин. Хотя вот у него 4-й уровень. Может просто парниша молодой и не разбирается. Итак, следующий у нас на очереди Мавиди Малфой. И он выбирает тоже Ford Mustang. Ну а приз как бы да, прекрасная Kia K5. Делаем с ним фоточку и держи 50 тысяч на развитие. Пообщался я еще немного с пацанами, поделал куча скринов и встретил вот такого вот додика. Ну вот просто на ровном месте решил оскорбить меня. Татю, выдать мод — это дело нескольких секунд. Держи затычку на 2 часика. А, ну да, еще с таймом сделал скрин. Татю, я тоже умею пробивать тайм. Ну и шо получается, жду жалобу на форум.